Жасна спросила сетку серпянку. Как интересно срабатывает людская натура. Только ты что-то останавливаешься, смотришь. Сразу с тобой это смотрят. Так, это комиссионная. Ага, мне сюда нужно. Здравствуйте. Вот так, вот это бумага. А, хорошо. Все, давай, давай, давай. Все, давай. Все фетры, да. Кружевцы всякие. А, это рама тут как он называется. Шикарный кружев. Так и висит эта платьишко. Ждет еще оценки. Кто догадается, из чего это сделано? Пивные пробки, хендмейд. Как крышки, замки, пивные замки. Хендмейд. Навью. Сегодня 50%. Не знаю, записалась или нет заново. 223, 50%. Мне охота тратить деньги. На вес сколько это будет стоить, чтобы на сумку куда-то поставить. У меня столько сейчас уже идей лежит. Ну, классная вышивка. Ну да, это будет как минимум полтинник стоить. Не хочу. Взяла примерочную, чтобы, не знаю, может из-за музыки забанят, как оставить слова и музыку убрать. Большущий размер, не пойму, Европа L, но с виду огромная. И фирма очень даже. И гляньте, она в отличном состоянии. Класс. Конечно, она классно худит, но носить ее нужно только на какую-то маечку еще. Ну, боха есть боха. Сегодня она будет стоить 170 рублей она сегодня будет стоить. Не буду показывать спинку, потому как там нужно только на маечку одевать. Или молодым девочкам без бюста, без бюстгальтера носить. Ну так классно. Отличное состояние, идеальное. Сегодня 50%. С пайеточками 280. 50%. Две совершенно одинаковые. Вот, пожалуйста. Элька и Элька. 110 рублей сегодня. Так, что тут у нас? 50? Это у них... Это второй этаж, все на вес? У них первый. Ага. Здравствуйте. О, что-то такое. А, ну это шок какой-то. Это только ради ткани на юбку, но это серая. А это да. И такой наш любимый фасон. А, кстати, вот это сарафанчик какой. Сегодня уже встречала эту бирку.
очень похоже. Угу. Все посмотрим. Нет. Прикольно. Мне подсказали новый секонд. Сейчас посмотрим, что у них есть. Сегодня 50% скидка. Одна единица 250 рублей и 50% скидка. Я пока что еще ничего интересного не увидела. Но будет интересно, я буду показывать. Ой, какой платочек красивенький. Очень красивенький. Так, сейчас я подумаю. Стоить он будет вообще 3 копейки. Что-то я сегодня как-то по платочкам. Но этот... Нет, он на качество не очень. Просто хочу показать, какую я нашла восточную ручную работы штуковину. Даже не знаю, что это. Но она такая красивая. Она древняя-древняя. Красота необыкновенная. Хотела купить тот платочек, но оказывается 100 рублей единица на платочках. Нет, за 100 рублей единица я не хочу. Хотя вот еще классный, гляньте, какой. Ради кружева. Ну-ка, ну-ка. Да, да. H&M. Ой, не могу, не могу, не фокусируется. Вот еще. Иногда у меня не фокусируется телефон. Ну, сошел с ума. Еще были шикарные. Нужно я показать мне. Я бы их померила. Они в идеальном состоянии просто. Заниженная, да? Да, я думаю. Заниженная. О, какие они классные. Это надо померить, посмотреть. Боже, моя любовь. Ну да, очень, очень, ага. Очень их кто-то любил очень сильно. Тут для дошивки много. Классно. Даже сами фасонку. Ну, если бы они были поновее, я бы их померяла. Класс. Ниже, ниже их. Чтобы же это. Ну. Так, класс. Ну, для того, чтобы эти забрали. Какой свитер. По-моему, он ручной работы. И померить бы его. Ну, большой размер, на меня на размер, наверное. Ну, приятненький на ощупь. И 125 рублей, да? Ля, и подкладка. 125. В идеальном состоянии. У меня. Веселенький. Ой, какой веселенький. Прям как будто бы ручной росписи. Не пойму, чей мейд. Мейд. Бельгия. О, какой классный. Кусок ткани увидела. 100 рублей килограмм сегодня. Похоже, я ее забираю.